Делаем конверт, да? Ставим переднюю лыжу. Вот уже все поставили. Хорошо, сразу уходим на другой круг. Понял. Фигура называется конверт. Морозирования в воздухе смысла нет, а посадка. Ну да, вот это посадка. Так. Так, переходите сюда. Захаров рулит. Фокус фигово ловит на большом расстоянии. Ух ты! С подпрыгом, блин. Во второй раз уже лучше сел. Первый раз ты как-то попрыгал там. Это он не ты, я там. А второй так хорошо уже, плавненько. Так, так, так. Теперь надо поговорить. Вот. Первый. Второй, начинаю взлетать.
оторвала, нас довернула. Почему не боремся? Почему я тогда боролся? Нет, мы вот гонялись в одну сторону, оторвались и полетели в сторону. Вот нас на ветер довернуло. Ну, подняешься, потому что ветер. За линию взлета, вот, который начал, ты должен бороться до конца. Вот оторвало, ты сразу, раз его и... Это, как тебе сказать, привычку вырабатывать сразу надо. Ну, понял. Если ты взлетаешь с дороги, она не завернет за тобой. Ну, понял, получилось. Сейчас раз еще пока продлевка не поднимешься, сейчас продлевка. Дальше, второе, полетели. Вот это вот, нахера в воздухе. Вот, трапец там встал на каком-то углу. Вот. Да. И в этом положении она пусть стоит. Ты работаешь, кто-то по кринам. А ты начинаешь вот так работать, ну вот так, то просто. А я ее ветром кидала. А ты помогал ему. Вот. Оно само отработает. Где надо подкинуть, где надо просадить. Это уже когда воздушный массов. Ветер вниз. А ты это сам усугублял. Не надо работать на себя. То есть летит. При кренах 10-15 градусов вообще. Вот как встал, ну, подумал, что на ничего. Нам и летит. Так, вот, колдун стоит. Его для кого ставили? Это вот примерно на вас. А ты садишься боком при этом. Первый раз и второй раз. Мне все нравится. Ты еще первый там. Понял. Ясно. Вот он провалиться должен, а ты ему даешь плюхнуться. Ты был раз еще, он видел, я тогда уже. А должен ты не давать ему плюхнуться, вот как первый раз. Ясно. Так, все, дальше кого? А дальше вот товарищ на Каску.
Померз? Саня? А? Саня, сзади что? По прямой летишь, никакого усилия, то есть он сбалансировочное положение ставится и практически там усилия ноль. Вот когда вниз заворачиваешь, а если газку чуть-чуть поддать, то усилие такое, то есть килограмм, приложить килограмм 16. Да. Шучу, конечно. Да. Практика только нужна. Юрий Гагарин. Я вот не дал, мы бы так печатали хорошо. Сейчас то самое, когда первый раз. Сейчас, вот сажаешь, да. Вот раз. Чувствую, скорость падает. Короче, сам берешь и завтра летаем в Белоруссию. Пчелы мед собираем, а мы территорию облетаем. Хорошо, что хотел научиться, да? Сам я поглядел, как мы в том году батюшку посадили. Обкрутили его куртки и все дали. Не знаю, пришел, мы его одели, он летал, что-то фотографировал. А что он там на камере? Ничего снимал, я думал, что он где-то тоже.
Так, ну тебе пока все понятно, да? Вот, только знай, что вот ты его подходишь к земле и на скорости как он досаживаешь. А ты попробуй, вот, газ бросил, газу не добавлять, а останется за 1000 метров там 15-20. А ты его не давай провалиться, ему раз, 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 ну вот от себя трапезу. Давай, 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 давай. На 2 метра ниже, было плохо. Юр! Или там, или... Вы так последний. А? Прокатит. Он сейчас садить нельзя. Ну, вот начал выходить, ну, выравнивание. Ну, высоко. Ну, давай после него жену. Сейчас мы питаем два крючка и жену готовь. Давай, давай. Будем учиться. Одного не пускаете еще, Иван? А? Одного еще не пускаете? Не надо. Санька, хорошо, что лед крепкий? Ты кто? Ну, первая попытка была, блин, козел практически. Я вернулся. Так это лучшая посадка его. Контакт давай. У кого, у Сашки? Которая лучшая посадка? Первая, которая была? Да. А это просто камнем шел? Давай.